крышки поставил, клапана закрыл. Сейчас это ведерко поставить. Так, удобно, солярия закачалась. Так, третья попытка. Короче, заводили с буксира. Фасатиком. Еле с буксира завели. А что такое? О, загоняй. Загоняй! Загоняй туда! Что-то постукивает, Это работа не. Так, еду на сотки во время обеденного перерыва между работой. Надо пройти пару рядков с соками. Ну, вроде бы трактор не дымит пока. Когда резко газу дашь, такой сизый дымок растягивается. Ну, что, просто поработал на холостых, может, где-то минут 40. Может, 35. Довел его, и он потарахтел. И сразу, ну, приехал на поле. Вот там надо прийти. Эти 5 соток. Вот там и все, там. Ну вот, работает. Опять после ремонта. Трактор. Что-то где-то, что-то типа клапана стучат. Но клапана смотрел, открывал нормально. Дыма. Нет никакого. Сапуна тоже ничего не поспалит. И вот посмотрите, через пару дней уже дымок появится. И чем дальше, тем хуже. Ну, а может быть, это кольца хорошее, не знаю. Посмотрим. Вот мои сохи. Сейчас будем окучивать. Вот, две монеты. Посмотрю, куда пройдет. Перегазовываю, видите? Каждый дубак, когда перегазовываю, рядом. Синего дыма полностью не было. Рукавная дрожит, забыла. Там на стойке.